Друзья, я рад приветствовать вас на канале Watch Life. В этом обзоре поговорим о особенных часах. Часах, в которых не столь важна цена, главная история, то, чему они посвящены. Специальная подборка лимитированных часов. Рекомендую досмотреть до конца, так как этих часов очень мало. В этом обзоре я покажу вам 8 часов от разных часовых производителей. И начать хочу не с увеличения цены, а с уменьшения лимита. Итак, начнем. Первые часы с ограниченным выпуском в 1858 штук. Швейцарские часы Montblanc, коллекция 1858, отражает все характерные эстетические особенности этой линии. Отсюда и лимит 1858 штук. Часы в выдержанном стиле и таком пыльно-зеленом цветовом решении. Поймал себя на мысли, что у меня в гардеробе в этом году из свободной одежды часто встречается оттенок зеленого, и мне вдвойне приятно держать такие часы в руках. По техническим характеристикам: это механика с автоподзаводом, запас хода 38 часов. Корпус выполнен из бронзы в размере 40 мм. Водозащита 10 атмосфер. И цена такой модели составляет 261 800 рублей. Часы с ограниченным выпуском. Всего, как я уже озвучил, таких часов было выпущено 1858 штук. И хочу отметить, очень приятно, заходя на официальный сайт марки, видеть такую надпись, что это последний экземпляр. На мой взгляд, здорово иметь что-то не как у всех. На данный момент, друзья, этих часов уже нет. Ладно, я сохранил скриншот, и вы можете посмотреть, как это выглядит. Очень комфортные часы за счет своего размера 40 мм, выполненные из бронзы с полированной и матовой отделкой, тонкими ушками со снятой фаской. На задней крышке выгравировано изображение легендарной вершины Монблан, компаса и двух скрещенных ледорубов, напоминающим о духе высокогорных восхождений. Показания легко считываются благодаря контрастному циферблату цвета хаки и люминесцентных стрелок. Другие детали отделки – это арабские цифры с люминесцентным покрытием бежевого цвета и минутная шкала в стиле железная дорога. Оригинальный логотип Montblanc 1930-х годов достоверно воспроизведен историческим шрифтом и с изображением пика Montblanc. Современный акцент модели придает высококачественный текстильный ремешок, сочетающийся по цвету с циферблатом. Причем, в отличие от многочисленных текстильных ремней и так называемых НАТО-ремней, этот очень удобный с точки зрения пользования и тактильно приятный. Часы из коллекции 1858 мне реально нравятся, и я вам советую присмотреться к ним, они заслуживают внимания. Коллекция Montblanc 1858 очень богата интересными моделями, особенно мне нравится линейка Geosphere, и с каждым годом производители показывают нам лимитированные часы все интереснее и интереснее. В своих обзорах я уже не первый раз показываю вам эту коллекцию, и надеюсь, не последний. Переходим к следующим часам. В этом году исполнился юбилей японской мануфактуре Seiko, и в честь этого компания порадовала своих потребителей выходом новинки из коллекции Astron. По техническим характеристикам: это кварцевые часы с функцией GPS, вечным календарем, солнечной батареей и многим другим. Корпус 42,7 мм выполнен из стали. Водозащита 10 атмосфер. И цена таких часов 210 тысяч рублей. По мнению инженеров Seiko, часами такими как Astron GPS Solar должны быть премиальные модели в 21 веке. Ведь они объединяют в себе красоту и изящество традиционных наручных часов и практичность современных гаджетов. Философия Astron состоит в том, чтобы сделать жизнь владельца часов проще и удобнее. Astron работает по принципу «надел и забыл». Настраивать в этих часах ничего не нужно, они все сделают сами. Точное время ежедневно корректируется в автоматическом режиме путем синхронизации с атомными часами спутника GPS. Погрешность точности составляет 1 секунда в 100 тысяч лет. Дата и день недели запрограммированы до 2100 года благодаря функции вечного календаря, которая работает независимо от спутниковой синхронизации. Помню первый Astron, который выпустили в свое время. Многое изменилось в лучшую сторону. Главное, что часы вживую выглядят очень достойно. Astron может похвастаться элегантным, но в то же время сложным корпусом с множеством изогнутых зеркальных поверхностей. Глубина циферблата и многогранность часовых индексов заставляют обратить на себя внимание и вглядываться. Эта лимитка получила приятное цветовое решение. Белоснежный циферблат в сочетании глубокого синего цвета стрелок, безеля часов, даже кнопки сделаны в стиль, имеют синие кольца. Еще немаловажный факт, что часы очень комфортные и хорошо лягут на разное по размеру запястье. Удачное изготовление корпуса с точки зрения пропорций.
В современном мире гаджетов, где все мы привязаны к розеткам и прочим источникам энергии, автономность – это, пожалуй, самый важный параметр. Астрон заряжается от любого источника света благодаря использованию солнечного элемента, скрытого под светопроводящим циферблатом, который превращает энергию света в электричество и сохраняет в перезаряжаемом аккумуляторе. Вы можете не думать о замене элемента питания в ближайшие 10-15 лет, а может быть и дольше. Друзья, для полной демонстрации этих часов нужен отдельный полный обзор, и я обязательно сниму его. А пока переходим к следующим часам. С точки зрения подарка всегда приятно получать особенные часы, посвященные чему-либо. И здорово, когда в комплекте идет подарочная упаковка. В нашем случае не только. Следующие лимитированные часы в количестве 888 штук с подарочной машиной. Фредерик Констан Остин Хилли. По техническим характеристикам. Механика с автоподзаводом, запас хода 38 часов. Корпус 40 мм, выполнен из стали. Вот защита 5 атмосфер. Цена таких часов 143 600 рублей на сегодня. Каждый год Фредерик Констан создает новые модели для своей культовой коллекции Vintage Rally, посвященные коллекционным изысканным автомобилям. Что объединяет автомобили с часовым искусством, спросите вы? Это гармония стиля во всем. Красота механизма часов и мотора двигателя, точность, дизайн, который вне времени, союз материалов кожи и металла, комфорт, но прежде всего принадлежность к красивой жизни. Коллекция создается в тесном сотрудничестве с брендом Остин Хилли. Марки объединились в 2004 году и уже 17 лет поддерживают друг друга. За годы своего существования коллекция Vintage Rally претерпела несколько обновлений, но 2021 год стал одним из немногих, когда линия пополнилась не одной, а сразу тремя моделями, каждая из которых будет выпущена тиражом всего лишь 888 экземпляров и украшена логотипом Остин Хилли на циферблате. Версия зеленого цвета из моего обзора самая культовая из всех. Использованный в отделке оттенок отсылает к легендарному фирменному цвету бренда Остин Хилли, истинному британскому зеленому, и окрашивает всю поверхность циферблата. Модель с таким контрастным цветовым решением воскрешает один из самых знаковых оттенков автомобилей для ралли – английскую зелень, долгое время служившую неотъемлемым атрибутом винтажного Остин Хилли, который сейчас особенно востребован коллекционерами. Для этой модели Фредерик Констант выбрали люминесцентные серебряными накладками индексы, причем в положении 6 и 12 часов они имеют подчеркнуто больший размер. Это одна из отличительных характеристик коллекции Vintage Rally. Особенное внимание уделено перфорированному ремешку для этой модели. Он выполнен из коричневой кожи. Этот цвет, который не представлен больше ни в одних часах, напоминает обивку красивых автомобилей 1940-1970 годов, а также излюбленные перчатки любителей изысканных автомобилей. В подарочной коробке размещается миниатюра винтажного Остин Хилли с номером NOJ-393. Это легендарный болид, принимал участие в гонках Лиман, Каррера Пан Америка, Нассау и Сербринг и попал в злополучную аварию в Лимане в 1955 году. Свою вторую жизнь он обрел после того, как был продан на аукционе в 1969 году за рекордные 843 тысячи фунтов стерлингов и установил таким образом новый мировой рекорд среди автомобилей Остин Хилли. Я живу в Челябинске, в этом городе особенно любят хоккей. С огромным удовольствием покажу вам лимитированные часы, которые только появились в России и, как вы понимаете, они посвящены хоккею. Часов всего 500 штук в мире и пока что одна модель в России. Швейцарские часы на Аркан. Модель, созданная совместно с ассоциацией игроков НХЛ. Лимитированная серия 500 экземпляров. По техническим характеристикам. Это механика с автоподзаводом, хронограф, запас хода 48 часов. В стальном корпусе 41 мм. Вот защита 10 атмосфер. И цена такой модели 279 650 рублей. Всегда люблю что-то новое. Впервые показываю у себя на канале эту часовую марку. Недавно один мой подписчик спрашивал и интересовался моим мнением о часах Наркан. Надеюсь, Артем смотрит этот обзор. Я, как обещал, рассказываю. Наркан – это семейная часовая компания. Свои часы, разумеется, производят в соответствии со всеми требованиями швейцарского часового дела, оставаясь независимым брендом. Кстати, в компании Наркан делают только механические часы. Кварца не выпускают. Думаю, это отдельная гордость производителей. Модель из моего обзора – механический хронограф с автоподзаводом. Функция хронографа или секундомера, другими словами, стандартная. Запускается и останавливается верхней кнопкой и сбрасывается нижней.
Что касается счетчиков хронографа на циферблате, то они особенно стилизованы. Счетчик в положении 9 часов вдохновлен зоной вбрасывания шайбы на льду, а в положении 6 часов украшен логотипом. Окошко даты находится в положении 4 часов. Дата устанавливается отдельной кнопкой. Сам же циферблат часов в виде штрихов с текстурой поцарапанного льда. На левой стороне корпуса декоративная специальная табличка с названием бренда. Рифленый безель синего цвета вращается в одном направлении. В завершении общего образа каучуковый ремень, дополняющий цветовое стилизованное решение. Застежка классическая, пряжка. На руке часы лежат очень комфортно, стильная модель. Я уверен, что скоро закончится непростое время пандемии, и мы сможем полноценно посетить стадионы и поболеть, в спортивном смысле этого слова, за любимую команду или игрока. Но, к сожалению, пока это время не закончилось, и следующие часы очень актуальны. Новинка этого года от компании Ball. Engineer 2 Skin Diver Heritage в ограниченном выпуске 390 штук на весь мир. Компания Ball работает со множеством благотворительных организаций. Эта модель посвящена борьбе с COVID-19. Все средства с продажи часов фабрика жертвует армии спасения. В частности, помогает бездомным и малоимущим получить вакцину от COVID-19 и необходимые медикаменты. По техническим характеристикам. Механика с автоподзаводом, запас хода 42 часа. Корпус 42 мм выполнен из стали с черным покрытием титан-карбид. Водозащита 20 атмосфер. И цена таких часов 172 900 рублей. Уверен, ни у одного меня возник такой вопрос. Почему производители Ball сделали ограниченный выпуск этой модели часов в количестве именно 390 штук? Честно, я не знаю. А как вы думаете? Объявляю конкурс. Кто даст самый интересный вариант ответа, почему именно 390 штук этой модели, получит специальный подарок от компании Ball и, конечно же, от меня. А вот теперь перейдем к самим часам. Здесь есть на что посмотреть и вам показать. Часы полностью в черном цвете и выглядит это здорово. Честно, я не фанат именно дайверских часов. Мне ближе стиль пилот. Но эта модель мне понравилась. Привычный корпус с выпуклым сапфировым безелем на этот раз дополнен стальным браслетом с покрытием карбид титана. Очень качественное износостойкое покрытие. В этой модели часов есть интересная фишка. Смотрите, полностью черные днем, но в темноте они приобретают яркие краски, благодаря разноцветным микротрубкам на метках. Когда я впервые познакомился с подсветкой Ball, я был просто поражен. Не поверите, проснулся ночью и вспомнил, что у меня часы лежат в тревел-боксе уже несколько дней. А сейчас еще и ночь, самое время посмотреть. И вот я с просони открыл бокс, а там вот такая подсветка, которую вы видите сейчас на экране. Супер! По техническим аспектам эта модель, как и остальные часы Ball, не исключена. Часы обладают ударостойкостью 5000 G, антимагнитной защитой. Я очень люблю то, чем занимаюсь, и стараюсь показать вам самые актуальные и новые модели. Встречайте, новинка от компании Oris. Модель Big Crown Hellstein Edition. Часы в ограниченном выпуске 250 экземпляров. По техническим характеристикам. Механика с автоподзаводом, новый механизм калибр 403 с запасом хода 120 часов. Стальной корпус 38 мм, водозащита 5 атмосфер и цена 328 500 рублей. В свой 117 день рождения Oris выпустили новое издание часов Hellstein. Это особенные, дорогие и редкие часы бренда. Всего 250 штук. У меня в руках номер 5. Как вы смогли заметить, на коробке и задней крышке часов изображен мишка. Медвежонок Oris – это душевный и искренний талисман компании, вызывает приятные эмоции и заставляет улыбнуться. Во время первой волны пандемии медведь Oris был звездой компании. Философия бренда простая – дать людям лишний повод для радости. Big Crown – традиционный дизайн Oris. Эта модель передает, на мой взгляд, наследие бренда – винтаж чистой воды. Необычное цветовое решение. Серый оттенок циферблата в гармонии с кожным ремнем серого цвета. Что касается функционала, то на циферблате мы можем видеть вынесенную секундную стрелку в положении 6 часов и длинную центральную стрелку с красным наконечником, которая показывает нам дату. Недавно разработанный шрифт цифровых индексов основан на образцах из архива Oris.
Этой новинкой Oris демонстрирует новый механизм. Называется он калибр 403, принадлежащий линейке новаторских автоматических калибров 400. А именно, это 5-дневный запас хода, улучшенные антимагнитные свойства и 10-летняя гарантия. И все это в таком компактном размере 38 мм. Кстати, что касается размера, часы очень удобно и отлично лежат на руке. Здорово, когда есть специальные серии часов. С такими часами можно придумать свои истории и приурочить их к определенному событию или поводу. Идем дальше, покажу вам следующие часы еще с меньшим тиражом. Таких часов было выпущено всего лишь 100 экземпляров, и у меня одни из 100. На сегодня замечена тенденция у многих марок. Стали выпускать часы ограниченной серии, но без порядкового номера. Объясняет тем, что у покупателей во всем мире разные отношения к числам. Как вы уже поняли, это Корум. По техническим характеристикам, механика с автоподзаводом, запас хода 42 часа. Корпус этой модели выполнен из бронзы в размере 42 мм. Вот защита 5 атмосфер и цена 450 тысяч рублей. Корум Адмирал Бронз. Ода старым кораблям. Представленная в 1960 году, всего через 5 лет после создания бренда, коллекция Адмирал воплощает в себе морское часовое наследие Корум. Сегодня с новыми моделями Адмирал часы демонстрируют как дизайн, вдохновленный мореплавателями, так и часовую механику, сочетая в себе элегантность и спортивный шик. Эта коллекция включает две новые модели, представленных в бронзовых корпусах, чтобы отдать дань красоте и прочности этого материала, применяемого на старых кораблях. У меня в руках новинка в синем цвете. Как вы можете убедиться, выглядят они эффектно, и сочетание бронзы с синим смотрится отлично. Специальный бронзовый сплав, используемый при создании часов, со временем будет покрываться винтажной патиной. И чтобы цвет оставался однородным, была сделана уникальная матовая обработка всего корпуса, включая культовый безель. В соответствии с морскими корнями коллекции Адмирал, модель оснащена 12-часовыми метками в формате флагов морской навигации на циферблате, а также малой секундной стрелки в положении 6 часов и окошком даты на 3 часа. Морская палитра оттенков циферблата темно-синего цвета идеально сочетается с ремешком из кожи аллигатора соответствующего оттенка. Часы оснащены автоматическим механизмом Корум, который видим через заднюю прозрачную крышку из сапфирового стекла. В завершении своего обзора покажу часы в лимитированной серии 90 экземпляров. Очень рад, что вам понравился недавний мой обзор о часах с кубинским характером. Спасибо за положительный отклик и комментарии. Так вот, в продолжении этого сам все больше проникся брендом Cuervo Sobrinos. И с огромным удовольствием покажу вам часы, коллекция которых переводится с испанского как «полет». Были созданы для пилотов, любителей авиации и коллекционеров. По техническим характеристикам. Механика с автоподзаводом, запас хода 42 часа. Стальной корпус 44 мм. Ввод защита 3 атмосферы. И цена таких часов 301 800 рублей. Часы обладают спортивным характером, латинской душой и элегантным дизайном. Первый раз держу эти часы в руках и говорю честно, они мне нравятся. Эта модель кардинально отличается от стандартных часов. Посмотрите на корпус с яростностью и множеством переходов, чего только стоят дужки. Что касается цвета самого корпуса, то это состаренная сталь. Очень уместное дизайнерское решение к лицу этим часам. Циферблат выполнен в синем цвете, символизирующий синеву моря, разделяющего Кей-Уэст и Гавану. Именно этому полету была посвящена эта модель. Метки выполнены в виде крупных арабских цифр, покрытых составом суперлюминова, чтобы обеспечить оптимальную читаемость в течение всей ночи. Центральная красная секундная стрелка. Ремешок из кожи кенгуру, друзья, выглядит очень стильно. А вот теперь я хочу обратить ваше внимание на крышку часов. Она непростая. Задняя крышка украшена гравировкой. На ней изображен подвиг своего времени «Доминго Россия». Маршрут полета, дата полета и изображение самолета. Здорово, что до сих пор жив дух первопроходцев, и бренд не забывает, уделяет этому внимание, выпуская такие часы. На циферблате мы также можем видеть надпись «Россия». Но и как положено часам Cuervo Sobrinos, эта модель идет в огромной коробке, которую вы можете использовать как хумидор для сигар.
Хочу отметить такой момент, хоть часы и имеют приличный размер 44 мм, на руке они лежат отлично. Так что не бойтесь крупных часов, а также смелых цветовых решений. Помните, что вы всегда сможете заменить ремень и изменить образ часов, подходящих под определенный случай. Тем более с возможностью быстрой смены ремешка. Друзья, огромным преимуществом часов с ограниченным выпуском, помимо интересной истории, является то, что они быстро заканчиваются. И со временем их вообще не достать. А чувство удовлетворения того, что у вас есть такие часы, оно остается. С вами был Греков Юрий. До новых обзоров. Пока!